Приветствую, дорогого зрителя, на своем канале. С вами Александр, канал Клуб Садоводов Хабаровск. На улице темно, поэтому я вытащил, после работы, вытащил все на стол. Хочу показать и сказать об одной своей задумке. Я не показывал, наверное, вам эустому. Там мне еще вторая на подоконнике. Но та более вялая, я пересадил недавно их. Более вяло себя чувствует. И показал вот эту хорошую. Потом, она у меня, кстати, так и не зацвела в этом сезоне. Хризантемы, которые я оставлял на хранение на окне зимой, смотрите, потихоньку начинают уже расти, вегетировать. Это тоже. И третья тоже подрастает. Медленно, но уверенно. Петуния. Там еще одна у меня есть. Я достал вот эту, которая поближе была. Петуния вот уже, видим, уже можно нарезать череночки. Этим мы займемся попозже. Уже в декабре, может быть. Посмотрим, в общем. Но я все равно сниму это видео, и вы об этом узнаете. Раньше всех узнаете. Итак, что я задумал-то? Мне многие люди писали, спрашивали, а можно ли мультифлору, шаровидную хризантему, размножать семенами? Я переспрашивал у других цветоводов, у которых раньше, чем у нас, были мультифлоры. И, в общем, ответ был такой. А зачем? В смысле, оно же размножается проще, легче черенками. Я подумал о тех регионах, у которых их нет, допустим. Вот с западных регионов мне писали, что у них нет возможности приобрести, либо затрудняются найти. Возможно, и там оно есть. И у меня спрашивали, можно ли размножать их семенами. Вот я, собственно, и хочу попробовать. Здесь у меня была бордовая, я вам показывал. Я ее оставлял, потом говорю, засохнет она у меня. И я ее тоже либо в подвал унесу, либо на окне поставлю. Ну, посмотрим еще. В общем, я ее взял вот так, накрыл пакетом. Накрыл пакетом, чтобы она не разлетелась. И снял, срезал почти под самый корень, оставив торчок сантиметра на 4. Ну, как положено, как вот здесь ты оставлял. И теперь в пакете я ее просто вот так обтрясу. Лепестки. Все-таки хризантемы, другие виды продаются семенами. Значит, откуда семена берутся? Ну, естественно, берутся, скорее всего, с цветка. Вот я в качестве эксперимента сделал, подсушил их прямо на кустике. И попробую, посмотрю, что с этого получится. Ну, а в общем, показать вам, в каком состоянии хризантемы, которые стоят у меня на окне. На подоконнике сейчас 18 градусов. У меня там электронный градусник стоит. Ну там темно, я свет включать не буду. В смысле открывать окно, потому что первый этаж, все видно, я не люблю этого. Вот такой короткий ролик. Заодно я напомнил о себе. Спасибо всем огромное за внимание. С вами был Александр. Всем пока. Смотрите плейлист, в конечной заставке всегда даю хризантемы. Астры, посадка, размножение, уход. Там все про наши хризантемы.